А что вы тут делаете? Что вы тут делаете? Что вы тут делаете? А? Службу несете или людей разводите? В прямом смысле. Я так, не буду по телефону разговаривать. А что у тебя с резиной? Ты что, дурака из себя клеишь? Я говорю, что у тебя с резиной? Посмотри, она у тебя лысая. Она у тебя лысая. Над ней запрещено ездить. Ты бы за такой уже бы штраф выписал бы. О! А что? Спасибо за машину. А что? Что-то против имеете или что? Нормально, нормально. Да забирай, забирай, уже поздно. Уже поздно, все. Что ты хочешь? Это твои кенты? Причем кенты это мои? Что ты хочешь? Где? Все. Выставь, просто выставь. Спасибо. Что ты хочешь? Бать, ну извини, ну все, я понял. Иди, если бы на матери, блядь, едь. Все, не кричи, не кричи. А что ты фотографируешь? Что ты это самое, блядь? Не кричи, что, а нельзя? Не поторопили. Нельзя? Нельзя? Поторопили. Ну нельзя, скажи. Как это нельзя? Можно. Ну так а что ты тогда начинаешь? Меня поторопили, это самое, блядь. Ну так а... блядь. Слышь, ебать свое, бо ты сейчас упадешь. На... Да сейчас. Я говорю, ебать свое закрой. Вдвоем прекращайте, понятно, что... Я тебя хоть словом обозвал. Не надо, не надо. Пошел. Сейчас тебе подъехали. Не оскорбляйте, пожалуйста, не ругайте. Ты че? Сильно крутой. Я говорю, рот закрой свой. Бать, домой идите, не ругайте. Да слово им принес, понял. Сильно крутые. Бать. Это твои кенты? Это не мои кенты, это полиция. Как вас зовут? Саша, домой идите отдыхайте. Забирайте свои. И не надо тут. А то пикать мне много надо будет. Так не надо нагнетать это самое. Я говорю, пошел спать. Спать пошел. А ты крутой, да? Александр, идите домой. Попросили, не надо. Кто-то был. Сильно крутые, да? Извини, извини, все, мы тебя испугались. Все, мы тебя испугались. Не на подарок. Мы тебя испугались, все, в суд подашь. Ну еще раз. А что стоят тут есть? Ладно, иди сюда. Иди сюда. Посмотри сюда. Это я вижу. Зачем это делать? Посмотри сюда. И посмотри сюда. Сейчас мы в райотдел зададим вопрос. Сейчас мы в райотдел поедем по поводу тебя. Послушай меня внимательно. Я покажу видео, которое было в 6 утра. Если твое руководство скажет, что ты правильно все сделал, я прихожу... И на камеру перед тобой здесь. 6 утра на той неделе было. Если у вас есть полномочия, то... Наверное, когда вы на переезде человека посадили свой автомобиль. Не было такого? Не помню. Здравствуйте. А за что вас остановили? Что вы делали в машине? А? А вы знаете, что вы через переезд проехали? В смысле? Ну в прямом смысле. Подожди, не уезжай, не уезжай, не уезжай. Не уезжай, сразу говорю. Для чего они вас посадили в машину? Да ничего, разобрали. Разобрали в чем? Но у меня есть полное видео, там где вы проезжаете, еще шлагбаум не открыл. Я не увидел. Я не могу помнить все, просто не могу. Ты меня тоже, ты меня не знаешь, ты меня не видишь и не видел, да? Со мной утром в 6 утра не сталкивался. Вообще вижу вас, но когда именно 6, там было 10, 6 утра на переезде, когда вы человека догнали. Это СМИ. Я по этому поводу сейчас еду в райотдел. По тебе вопрос конкретно. Чтобы ты на линии больше не стоял. Я тебе скажу, у меня есть ролик, где в 6 утра вот этот человек посадил.
Чувак проезжает на красный, по шлагбам, они его догоняют, видят меня, отдают документы и отпускают. А это их подставной? Да, это подставной, они с ним работают. Вы вместе работаете? Да. Ну в каком смысле можем работать? Ну вот скажите. А вы вместе работаете? Как? Ну спросите, он полицейский или ну как? Вы полицейский? Нет, я. Бывший полицейский. Еще раз тут увидим, получишь. По заслугам. А такие вы, ребята. Друзья, ну вот вам пример. 02-29. Ролик где-то будет по поводу вонючих носков. Вот этот кныш. Сейчас мы еще поедем в райотдел, поднимем вопрос по поводу его службы. Ну, пока месть на этот момент все. Вы знаете, что делать, ставим лайки, подписываемся на канал, ну а мы погнали дальше.